Я хотел узнать, не согласишься ли ты кое-что для меня перевести, без лишних вопросов. Почему нет? От создателя Леона, и ее звали Никита. Мы заключаем сделку, ее условия не меняются и не обсуждаются. Фрэнк Мартин, лучший в своем деле. 75 тысяч. Половина сейчас, половина при доставке. Он ни разу не ошибался. До сегодняшнего дня. Я в дерьме, да? Боже. Ты знаешь, что делать. Тихо. Быстрее! Пошла, пошла! А меня зачем убивать? Это ты нарушил правила? Ты открыл посылку? Этой осенью будут нарушены все правила. Перевозчик.